В одном из тамбовских кафе заложена бомба. Такое сообщение сделал местный житель, позвонив в дежурную часть. Алло, полиция. Я хотел бы заявить предстоящим террористическим актом. Звонивший указал кафе на улице Мичуринской. По тревоге были подняты все спецслужбы, в том числе кинологи со служебной собакой. Сотрудниками полиции незамедлительно были эвакуированы посетители данного заведения, после чего огорожена территория данного заведения. Приняты меры к задержанию лица, совершившего данное преступление. Взрывотехники обследовали кафе и прилегающую территорию. Информация о заложенной бомбе не подтвердилась. А вот поиски звонившего, который пожелал остаться неизвестным, оказались более успешными. Полицейские вышли на тамбовчанина 43 лет. Нетрезвый мужчина пояснил, что в полицию позвонил, чтобы отомстить работникам кафе за плохое поведение. По факту происшествия полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.